Итак, дорогие друзья, всем привет! Мы продолжаем снимать наши ролики про NFT-проекты различного калибра. И сегодня у нас на обзоре такая себе игра Grid. Это игра из Gala Games. Она доступна в Epic Game Store. То есть можете заходить из Эпика устанавливать, но заходите вам как бы придется все равно, точнее, ну да, верифицировать или подтверждать свой аккаунт, типа, ну, Gala Games. Он как бы вам будет разрешать заходить туда. Это такая мера предосторожности. Но, в общем, не суть. Важно, что это новая игра, прекрасная, великолепная, которая у нас вот вышла. И мы сейчас будем смотреть, что у нас. Это такой, знаете, батл, я как понял, это батл-рояль такой в стиле ковбоя. То есть пострелушки с револьверов на конях. На понях. Сейчас пробежим. Так, это у нас скинчик уже, да? Да, play, solo, pair, попозы. Ты не знаешь, что такое плей? Давайте посмотрим, что у нас здесь по си логбукс. А настройки есть? Настройки есть. Так, видео. Угу. У меня все на максималках и так стоит уже, да? Оно все поэтому. Угу. Nvidia Reflex есть. Прикольно. Мод. Upscale DLSS даже есть. Слушайте, это, конечно, круто. Performance. Нормально так. Нормально так NFT-проект заряжает, да? Так, что у нас здесь еще есть? Lookbooks, Outfitter, Settings, это были, Season Loot. Давайте Play, наверное, начнем. North America. А, Европа. Давайте Европа, зачем нам? А, Restart Game. Короче, просто так сервер поменять нельзя, нужно перезагружать игру. Вот, ну это как бы такая мелочь, ничего страшного. Так. А, ну самое главное, что авторизовываться уже типа заново не надо. То есть вы уже раз там в Gala Games зашли и все. И все, вот это вот все. И давайте плей. Поехали. Сейчас посмотрим, как быстро будет матчи подбирать. Насколько я понимаю, в игре музыки пока никакой нет. Или есть? Covered Shoot Horses. Не, походу нет музыки. Сейчас поглядим. Да. Камера, мне кажется, очень близко. Ой, это вообще, это PUBG в древности. Она с сортира вышла, типа. Вот это юмор, я понял. Так, Reward Missing, Reward. А карта у нас... А, M это карта, окей. Поезда ездит, смотри, какая. Карта. А где я, кстати? Фортуна или... Фортуам. А я на карте отображаюсь как-то? Я себя не вижу. Так, а где? Оно где-то здесь, по идее, должно быть написано, да? Карта вроде как большая. Ничего не вижу, правда, здесь. Я? А, вот он я. Да, отображается форт. Ой. Оно так резко меняется. Портуано. Вот, ну что. Так. Что у нас здесь еще? Либерио. Да. Подожди, да, я обзор делаю. Это Grid в Epic Games. NFT игра. Так. А где у нас музыка? Музыку можно? А музыки нет, да? Есть только мы и эта великолепная игра. Пистолет есть. О, дивит, смотри, точно PUBG, я тебе говорю. Waiting for players. А что, никого нет, типа? Я один. Так, а как садится C? Ясно. А это что? Оружие. Смотри, PUBG.
Не, ну это точно Павел, я вам говорю, это вообще. Так, колесик это менять оружие. А, это типа круче, да? Угу. О, она еще и разговаривает с этой. А ей это, короче, метку ставить. Перезаряжается, прикол. Так, молоток, зачем нам молоток? Я не знаю, это что такое? Ту, центу, это аптечка какая-то, да? Level 1, Maxi Rance. Прикол. Marksman ammo, if you need it. Hammer. 10 of diamonds. Could be good. Прикольно. Так я не знаю, а игроки есть вообще? Потому что никого нет. Может, из-за того, что сервер надо поменять, может, надо было оставить тот, который нам, типа, изначально выбрало? А патронов? Ау. Наверное, надо сервер поменять, потому что что-то здесь как-то не густо. Так, лошадяки, это я понимаю, а как бегать? Она бегает вообще? А, не, не бегает. Вот это и все, что она, короче, бегает, да? Эй, управление такое... немножко туговастенькое. Понял. Так, пробел прыгать, окей. Я пабг ковбой батл. Обалдеть. Плохо музыки нет, а было прикольно, если музыка была какая-то. А, она сама берет просто этот. Нажал вперед раз и все, короче. Назад это замедление, а вот уже совсем стало, да? А так по чуть-чуть, типа. Рюкзак есть, я смотрю, да? Прикольно. Сейчас тогда попробуем, короче, сервер поменять. И... может быть, будет больше народу. А она, похоже, вот как прыгает, как будто это Fortnite, в перемешку с PUBG, в перемешку еще с чем-то. Наверное, с этим. Red Dead Redemption. О, ё-моё. Marksman ammo here. Bison, Jack of clubs. Да, она так прикольно говорит. Up for grabs. Horse spotted. Hammer, Jack of axe, 10 of clubs. Suit your kit here. Got an armor repair kit here. Level 1. Light rounds, anyone? Up for grabs. Duster. Anyone need light rounds? Давайте тогда сервер менять, потому что что-то народу совсем. Wait for players. Никого здесь нет. Надо поменять сервер. Точно говорю, поменять сервер. Так что давайте. Так, вот сейчас сервер поменял, и сейчас будем смотреть, что там, где там у нас, да как там. Так, play. Поехали.
Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, вот есть четверо, смотри, да. Waiting for players. Че ты видишь, сервер сменил и все. Ну, пин, конечно, большой, 160, да. Но, тем не менее. А что нам здесь делать надо? Нам их мочить надо? Waiting for players. Или ждать, типа, еще игроков, чтобы началась игра. Никого не это самое. Но 4 человека он есть, пишет. Garrison. Ten of hearts. Дробовик или что это? А, это винтовка, наверное, да? Походу винтовка. Так, это что такое? Пикап. Тюнхорн. Пинхолиту какой-то. Еще не знаю, что это такое. Так, дробовик. Лайтамо. А пистолет есть? Light ammo это для чего? Это для моей? Got some light ammo here. Давайте возьмем. Еще возьмем. Так, револьвер, давай. Так, Марксман, Шмарксман, бутылка. Так, это что, на кого-то, у кого-то на бутылку может сразу, он 5 человек уже так подбирается, походу, да? Бутылки здесь даже есть, кого-то можно на бутылку присадить. Так, возьмем. Ну, эти мало народу еще пока, наверное. Игра просто совсем недавно вышла, поэтому... Тем более, это NFT-проект. Как бы... Они... Вот, 6 человек уже... Они как бы, да. Пока популярность наберет, пока реклама, вот это вот все, короче, оно пройдет. Плюс, ну, NFT-проекты, они же, да, ну, аудитория... Не особо большая. Так, хотя, как сказать, в принципе, в Spider Tanks там как бы народу вообще много играет. Там очень много народу рубится. Просто, может, из-за того, что это, ну, новая игра, поэтому как бы немножко... Немножко вот долго, да. Это... А я так не могу брать, да? Через окошко. А что молоток? А, это типа оружие. 8 человек. А сколько надо, чтоб... Поезд? А пошли к поезду посмотрим. Где там поезд, кстати? А, он уже близко. Вон он. Восемь человек уже. Так, хорошо. Waiting for... Там кто-то есть? Как будто кто-то есть. Да, он сидит. Хм. А, пишу это там. Стреляет еще, смотри. Дикий запад, е-мое. Так, 8 человек пока что. Да? Пойдем поскачем по железке. Посмотрим, что там дальше есть. Так, 9 человек уже, хорошо. Потихоньку подбирается. Я не знаю, сколько здесь, правда, в лобби должно быть человек.
Waiting for players, но она пока еще подбирает. Может, с десяток должно написано собираться, если потом. А я могу лошадь замочить? Не, лошадь замочить нельзя. Так, а что это тут? Рюкзак, опять бутылки всякие. Ладно, пошли. Карта большая, реально такая. Я бы не сказал, что она прям махонькая. Большая карта. Он поезд едет. А кто-то что-то взрывает. Капец. У меня 100 с лишним патронов? Угу. Это метка какая-то или что это? Здесь что-то есть? Фиолетовый револьвер. Да? И, не, молоток. Топор, то есть. Так, пошел. Да, я же говорил, с десяток надо, короче, насобираться народу должно. Сейчас пойдет матч. Карта, конечно, очень большая. Идея такая прикольная, оригинальненькая, так слышишь. Батл рояль в стиле ковбоев, я такого вообще не видел нигде. А можно догнать этот на лошади поезд? Да, догоняет, не? Походу... Не догоняет. А, зачем я встал? Вот долбоящер. Или догоняет, я не пойму. Они вроде как с одной скоростью движутся. Не, догоняет потихоньку что-то, да? Медленно, правда, очень. Так, скоро уже матч будет. Вот дача. Автоматом не перезаряжается типа. Восстанавливается. Ни финта она выпрыгнула. Это что такое? Тап. А, это здесь припасы. Смотри, сколько здесь всего. Так, все, погнала, как. Пошла жара. Ой. Так, вилка, а что мне с ними делать? А почему такую? Было бы прикольно, ну, типа, просто воздушный шар сделать. Они сделали, короче, вот такую фишку. Так, кто-то выпал, да? Да, вон, погнали. Так, F это у нас поперли, да? Компас это... А парашют как? Shift, Div, Esther, Open, парашют. Смотри, прям как папка падает вообще. Я тебе говорю, папка. Автоматом парашют раскроется, не? Да, раскрывается. Смотри, парашют. Ай, кадры мне. Вон там упали чуваки, ну. Так, бежи. А, Shift бежать все-таки, да? Окей. Ой, пипистон, что это? Да, дамский этот. Дамский сверчок. А это броня, я так понимаю, да? Он 12-зарядный.
Так, пока никого не вижу, но слышу, стреляются там, да? А винтовка однозарядная, короче, она с одним патроном. Там Сидун какой-то обосновался, походу, да? Понеслась, блин, дикий запад, всё. Надо, короче, громче этот, наверное, рабочий стол сделать, потому что игру плохо слышно, она тихая. Не, она не одна зарядная. А, вон у нее 8 патронов. Я как-то внимания не обратил. А куда он усыкал? Он там один скачет или там нескольких, я не пойму. Там в доме, наверное, кто-то сидит. Папгер какой-то засел. Так, одного уже ушатали. А, вон, вон. На лошади, да, это, или нет? А что тут за тип там упал? Что-то скачет там вообще, надо. Надо тоже, наверное, куда-то скакать. Где лошадь? Здесь? Пошли. Здесь этот чувак упал, я не буду его искать, сейчас бегать. Пошли. Буянить. Так, один уже тоже того этого. Окочуюсь. Где он делся? Это он? Это он? А он сдох еще? А чувака нет, он походу помер немножко, да? Там кто-то есть еще. Так, зона двигается. О, как быстро идет, ничего себе. Бегу. Давай, 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 давай. Вот эта зона пошуршала. Обалдеть. Ни черта себе она. Смотри, как быстро. Боже. А я дойду до него? Это капец. Вот эта зона быстро идет. Я не знаю, но это... Очень быстро зона идет. А у меня аптечки есть? Перематывается. Давай, давай, давай. А еще есть, а больше нет. Все. Сейчас, короче, в зоне сдохнем. Или нет? Надеюсь, нет.
Не успел. Ну, ХП, конечно, да. ХП все. Подкакал себе. 5 человек осталось. Вот это зона жесткая. Вон чувак скачет, кстати. Не, зона, конечно, жестяк вообще. Надо аптечку еще найти. И она движется, смотри, она не останавливается. Ну и мы тогда не будем останавливаться, ладно, потому что это чревато отбрасыванием копыт. Зона, конечно, очень динамичная. Ну да, без лошади это все, это крышка. Я смотрю, там мочил его капец. Блин, у меня хп мало, слушай. Ай-яй, попал. Не финта. Блин. Да что ж такое, отцепись от меня. Блин, зона, конечно, жесткая. Это просто, блин, обалдеть. Ну, зона, конечно, вообще непривычная. Престо. Спектейт, а я хочу выйти. Так, зона, конечно, жесткая. Очень непривычная. Без лошади тут жопа будет. Не справится совсем. Пешком явно не пойдет. Вот это да. Только на лошади. Она такая прикольная, только народов, конечно, побольше, чтобы было, а так интересно. Интересное решение. Главное, что бесплатно. Так, это что, смоук, граната. Так, это берем. Это тоже все берем. Но что же возьмем на всякий случай? А их можно целую кучу брать. У меня уже 4 оружки. У меня нож получается. Револьвер. 2 винтовки. Большой рюкзак, типа, да? Ага. Так, а я не понял, здесь какие шмотки, типа, нашел, то и твое, типа, будет, да, еще? Ой, снайперка. Вот это уже одна зарядная, но... Она... А, вот, два раза надо клацать. А, может и эти тоже, смотри, два раза. Да, два раза быстро клацаешь, короче, этот... прицел входит. А, во.
А, зажимаешь это просто вот так. Надо. А, это просто один раз. Одно нажатие, типа, и оно вот так вот. Бандаж. А, это лечилка. Так, теперь мы знаем, что для того, чтобы катка началась, должно быть 10 человек в игре. Но может быть оно и к лучшему, что так мало, потому что динамичная игра просто прям очень. Очень динамичная. Зона летит прям вообще непривычно. Это типа голдовая броня? Это броник, я так понимаю, да? Да. Это что такое? А он с прицелом? Топор. Что, поменяем? На топор. Молоток. Синяя броня, это туз какой-то. Ремонтный. О, погнали, игра, все, 9 человек уже, да? Нет, то есть не 10, да? 9 человек зашло и уже пошла катка. Ой, дым вообще ничего не видно, ёлы-палы. Капец дыма. Очень скорострельный этот пистолет. Револьвер, то есть. Медленный достаточно. О, тут и шустряк вообще слышу. Отдача, конечно, правда. Гигантская просто. Чудовищная отдача. Реально отдача жесткая. Дробовик, если что. О, голда, посмотрим. О, ничего себе. Так, погнали.
оно показывается, сколько людей осталось в этой штуке? Ну, еще кто-то вылез. Так, поперли. Сейчас подлутаемся. Ух ты, это такое непривычное управление, этот парашюта. Лучше какие-то вещи. Давайте поищем. Так. Фиолетовое, синее. Вот это скорострельный револьвер. Давайте его возьмем и вот это возьмем. Так, это у меня уже получается здесь есть, да? А, это дробовик. Не знаю, насколько здесь дробовик хорош. Так, 12 зарядный и быстро стреляет, это хорошо. Не знаю, какой у него урон, конечно. Да, это броня, точно. Точно броня. Это то голдовый дробовик. Подожди. Перезаряжайся, да. Так, зона у нас отмечена красным на карте. А птички где-то будут? Это что я подобрал? А, это винтовка. Рюкзак хороший у меня вроде бы как есть, да? Это тоже, я так понимаю, винтовка, да? Хилку бы найти, а то хилок как-то не густо. А где все хилки? Хилок нет. Еще зона как пойдет. Зону, конечно, нужно бояться. Здесь зона жесткая. Так, наверное, надо уже текать куда-то еще. Только хилок нет. А вот хилка есть. Еще одна хилка. О, что-то там трамбуется. Так, нож. В общем, погнали тогда. В этот зону там. Так, не в ту сторону. Туда. А зона уже идет, капец. Жесткая. Я зона. Ай-яй-яй.
карты еще то она не вертится, я из-за этого провтыкал, короче, думаю, это самое, давай. Ладно. Но она сейчас вроде не такая быстрая, я просто, наверное, с другой стороны бегу, поэтому... А, она рядом, просто здесь, ну, рядом. Давайте в зону забежим, потому что... Он там с кем-то дерется или что? Пошли, поможем пацанам. Да ладно. У меня дробовик есть, кстати. Не хочешь дробовика? Давай, с дробовичка сейчас тебе дам. Просто легче. Speed step. Это я типа на максималках, да? Попал. Ничего себе ты целишь, задолбал. Их попадает меткарь. Где он там? Попал. Где моя лошадь делась? Сдохла? Ты смотри, какой меткий. Это что за прикол такой? Какой-то жесткий пацан, я еще что-то вообще странное прям. Так попадает прям на ходу. Посмотрим сейчас за выжившими, что тут происходит. А я могу как-то переключаться? Next player F. А где этот ушлепок, который меня замочил? Они здесь, походу, да? Кто меня ушатал? Вот этот вроде, да? Угу. Так, report, open map, change camera mode, space. А как от его морды лица смотреть? Не? Камера так не меняется больше. Ну, сейчас посмотрим. Он будет делать.
такой шустряк. Мочите его. Ему дали бошку. Зоня сдох. Так, ты еще живой. Капец. Это они типа сообщают, да, что это зона идет. Он наверху где? Вон он сзади, сзади ходит, слышишь? Давай. Вон еще один. А ч, почему те двое не дерутся? Типа они что, заодно лишь, я не пойму. Они заодно играют, смотри, да. Шлепки. Репорт плеер, а что он? Вал, спидхак, аймбот, макро, тим плеер у вас. Так, озер. Точно. Где там второй этот? Надо, вот этот вот. Давай, тим. На. Это же игра соло, типа они вдвоем играют. Ну, привыкнуть надо, такая, ну управление, конечно, сырое очень. Шо на лошадях, шо в стрельбе тоже. Но я думаю, можно приноровиться. Главное, что бесплатно, остальные мелочи. Батл рояль, это я только приветствую, вот такие вот вещи. Чем больше, тем лучше. Тут было разнообразие, что играть. Что самое главное, игрушка, я смотрю, не требовательная, то есть она вообще легенькая. Особо-то и пока не напрягает. Это что у нас тут? 74, 76 FPS, 90, 100. Ничего не понял. И, хотя я бы не сказал бы, что она легкая. Но она может просто что не оптимизированная еще, типа, потому что у меня тоже как бы комп не слабенький. Помещение FPS просаживается. Ну да, оно походу не оптимизировано еще. Надо еще делать. Так. Надо еще игру доделывать. Единственное, что надо где-то просто в зоне падать, чтобы успеть хотя бы налутаться, потому что я пока там побегал, что уже все, зона летит.
И короче, капец. Пилка. Это что такое? Шекерс Баттл Барли? Пусты какие-то, не знаю, что это такое. Что, плавности нету? Такое какое-то... Когда быстро двигаешься, немножко рваная картинка. Ну, она только вышла, в принципе, еще бета этот тестируется пока. Поэтому... Она типа еще в разработке, там на сайте смотрел. Этот, она в разработке еще находится. Я думаю, допилить. А что это за значок такой? Он чувак сидит. Семьдесят шесть урона. А сколько надо урона всего нанести? Еще 150. Они умирают или не? А, бессмертные, наверное, да? Ну да. 114 в голову дает. Шляпа слетела. 190. В голову максимум, да? В тушку 76. А по ногам сколько? Промах. 76 в ноги. Тушкой ноги и руки 76 получается, да? Угу, все по 76. А голова 190-114. Ну то шея, наверное, была, скорее всего, да? Шея 114. Не, 76. А может, и не в шею попал? 76. Значит, в лицо надо. Вот так. 76. 190. А куда же 114 я попал? Подожди. А, это задержка дыхания, вот shift. А он и так что-то прицел не трясется, я что-то не пойму. Чтоб меньше отдача была, надо shift зажимать, да? Так получается. Пошли поближе с пестика постреляем, пацана. Ты где там? Из пистика вообще сложно попадать, да? Ничего не понял. Да подожди, куда ты убегаешь?
бедра тоже сложно стрелять. К прицелу тоже привыкнуть надо. Сложно очень. Вот так он выше стреляет. Капец, прицел жесткий. Не годится вообще. Вот так вот надо стрелять, но так сложнее. Короче, дробовик must have, я так понимаю, да? Нужен дробовик. Очень сложно попадать. Шляпа. А шляпа к броне добавляет? Она же не просто так, типа. Разнос большой от бедра, божечки. Не, ну так и должно быть, в принципе, я думаю. Так, большая аптечка. А что это за бухлинц такой? Что он дает? Это я набрал туда все гризли, блэк поудер. А это что? 2 cent 2 kit. Так, в окно вылазить. А на крышу можно, интересно, залезть в окно? Когда падает, замедляется. Помидоры такие большие. Народу просто пока мало, было бы гораздо интереснее. А так он долго катки подбирает. По-моему, сенсу на мышке надо меньше ставить, потому что очень резко как-то непривычно вообще. Прям очень резко. А что это? Прицел отображается какой-то. А вот уже игра с рейс 7 человек. То есть время прошло, и оно уже начинает типа этот подбирать. Ясно, ясно. Отдача очень сильного оружия, просто капец. А ну попутно еще людей подбирает, 8 человек.